21 декабря 2009 года в областной клинической больнице святителя Иосафа московский профессор Константин Пучков провел мастер-класс для белгородских хирургов. Под его руководством впервые в регионе была сделана операция по удалению опухоли почки лапароскопическим методом. 21 декабря 2011 года одному из крупнейших учебных заведений Белгородчины, Староскольскому технологическому институту НИТУ МИСИС, было присвоено имя почетного гражданина Белгородской области и Старого Оскола Алексея Алексеевича Угарова, самого значимого и почитаемого местными жителями земляка. В этот день, в 2016 году, в рамках первого межрегионального туристического форума Центрального Черноземья был презентован брендовый сувенир региона – образец белгородского чернозема и слоган «Земля великих свершений». 21 декабря 2017 года в Старом Осколе впервые организовали «Мороз-фест». На главной площади города он собрал около сотни сказочных героев. Морозы и Снегурочки, Леши и Водяные вышли на улицы, чтобы подарить сказку и новогоднее настроение жителям.